Мелания Трамп посадила дерево в наряде за 4000. Первая леди США посадила дерево на лужайке Белого дома в изысканном наряде за 4000 долларов. Супруга президента США Мелания Трамп посадила дерево на лужайке Белого дома в изысканном наряде и на высоченных каблуках. Об этом говорится в сюжете ТСН от вторника, 28 августа. Для высадки деревьев первая леди США выбрала нежно-розовый топ и юбку с цветочным принтом от Valentino, а также классические туфли-лодочки от Christian Louboutin. Как сообщает Daily Mail, стоимость наряда Трамп составляет около 4000 долларов. Ранее Меланию Трамп раскритиковали из-за фото из сада Kitchen Garden возле Белого дома. Также Трамп критиковали за надпись на куртке. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.